Друзья, приветствую вас на моем канале, с вами Михаил, и хочу посмотреть для меня новую игрушку Space Engineers. Engineers. В общем, космические инженеры. Игра, реальный симулятор, космического инженера. Давайте сейчас посмотрим. Я вообще в ней, если честно. Давайте сначала тренировочку, да, пройдем. Туториал же это тренировка. Так, описание. Почему описание на английском? Мы же сделали все на русском. Вот и... Не знаю, хотя игру в Steam скачал. Кстати, она на выходных бесплатная. И там у нее какая-то скидка. То есть, насчет бесплатно знаю, что до конца выходных. Ну, они уже, пока я загружу, пройдут. А насчет скидки я даже не знаю до какого. Тоже, наверное, до выходных. Это один маленький шаг для человечества, но гигантский скачок. Угу. Нил Армстронг. Хорошие слова. В общем, о чем я? То есть, наверное, когда она загрузится уже, бесплатно в нее точно нельзя будет поиграть. Вот, и сейчас еще скидка идет на нее 50%. Ну, насчет скидки я не знаю, до скольки она продлится. Может, тоже на выходных. Ну, посмотрю. Я ее скачал, чтобы посмотреть, что это такое. Ты что, блин? Давайте сейчас паузу нажму и там посмотрим. Что-то долго она грузится. Как же она долго грузилась для меня. Так, возрождение. Обновить. Это что такое? Медпункты. Ну, давайте возродимся. Опять Нил Армстронг. И вот такой вот синий экран он должен быть у меня. Вас приняли в фракцию. Вы можете отключить эти советы в настройках игры. Нажмите F1, чтобы посмотреть справку. Нажмите G, чтобы инструментов создать новые объекты. Нажмите 1, 2, 3, чтобы использовать соответствующий слот. Блин, охренеть. Я это не запомню. Ладно. Так, я... Космический инженер. Так, F. О! Руки! Руки же, да? Так. F1. F1, 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 F1. Давайте посмотрим. Переключить шаг. Еще бы это все. Ух ты! Это, друзья, управление, которого мне долго буду обучаться, но ладно. Там будут, наверное, пошагово обучать. Хопля. Так, теперь С, да? Ну, я так от остальных игр понимаю, что музыка тут такая эпичная. Или эпическая? Эпическая сила. Я сейчас вспомнил такое изречение. Слушайте, как она открывается? Интер? Нет? Ну-ка, откройся. Я, может, на что-то наступал? Ага. Ну-ка, это кнопка. Опа-па-па-па-па-па-па-па. Странно. Странно все это. Ну ладно. Блин, почему не переведено? Я не понял. Па-па-па-па-па-па. Слушайте, давайте еще раз посмотрим тут. Взаимодействие, что и панель инструментов G. Вперед-назад. Двигаться влево-вправо. Влево. Клиниться влево, клиниться вправо, прыжок, переключить шаг, вид от... гасители инерции, за это уже, наверное, когда мы летать мы будем в невесомости, в общем. Реактивный ранец, включен-выключен. Вот это вот какого хрена? Какого хрена ты вылетаешь? Могу понять, конечно. Ну ладно. Офигеть. Как-то надо еще же все запомнить. Что там? В, да?
Вот он я, смотрите все на меня. Гасители инерции. Я не знаю, они мне вообще нужны. Так, братан. Давай уж ты как-нибудь... Что у нас? Подвисает она у меня. Может, я еще... Хотя пока нет. Ох ты, ё. Это все, друзья, постройками заниматься будем. Но пока... Хоп. Т. Взаимодействие. Блин, я что-то не посмотрел, что я взял, кстати. Так, братан, беги. Буковка Т. Тут даже, по-моему... Офигеть. Я космический инженер, офигеть. Ну, я люблю игры про космос, но, знаете, тут, конечно, тяжело управляться мне будет для начала. Я, наверное, научиться пока не смогу, не успею просто. Она через буквально 5 часов заканчивает свое существование бесплатной версии. Но это фигня. Ее можно будет купить или скачать пока. Ну что? Давайте сделаем вид. Оп-оп. Оп. Да. Если долго мучиться... Что-нибудь получится. Так, это что за кабиночки? Хо! Так, подождите, нажмите Tab, чтобы скрыть, показать интерфейс. Понял. Но это пока мне ни к чему скрывать, потому что я учусь, чтобы выйти из криокамеры. Криокамера, это же заморозка, по-моему. Чтобы открыть панель управления корабля. Ка-ка-ка-ка-ка-ка. Офигеть. На корабле нет сборщиков. Как нет? А я? Ха-ха. Тут можно с другими игроками все это делать. Но я пока хотя бы так. Это что за хрень? Связь. Вещание, навигация. Бог ты мой. Друзья, ну вот так вот здесь. Но она интересная. Я просто понимаю, что... А, мы не можем двигаться, да? Ладно. Т выйти из криокамеры. Потом К... Между режимом одной... О! СКМ. Это что такое? А, контр, наверное, нет? СКМ. Это что за кнопка такая? Нажмите Ю, чтобы отключить все реакторы. Ускорители. А, вот. Прожектора отсутствуют, скорость 0. Мы никуда не летим, друзья. Остаток топлива на 2 дня. Па-па-па-па-пам. Здоровье 100%, гасители выключены, свет выключены. Что? Так. G, чтобы настроить панели. Ух ты, это что такое? Помахать рукой. Победа. Слушайте, давайте. Ну и что? Кому я махать буду? Криокамера, выпусти меня. Так, а это что у нас? Тоже криокамера, да? Тут настройка. Нет, тут настройки нет. Опа. Что это? Модель игрока. Давайте посмотрим. Цвет игрока это с какой стороны? Ну-ка. Камера как-то меняется, нет? А, затемнение вижу.
побелел немножко. Так. Ох ты! Тут как бы лучше белый скафандр сделаем. А вот это я не понимаю, где цвет идет. Так. О, а что такое? Что это такое? Опа-на! Это паук, что ли? Я не понял. Спайдер, да? Космический. Зеленый будет. Так, здрасте. А, вот так. Слушайте, а что такое? Вообще, вот эти вот глюки, я не знаю. Может, из-за того, что у меня компьютер старый, но... Друзья, пока убирать не приходится. Нет, давайте мы вот так вот сделаем. Подождите. Побелее, побелее. Так. Ага, теперь красный костюм, да? Понял. Так-то интересно. Какой цвет его? Не, красный это 100% нет. Вот, вот, блин, офигеть. В красный я не хотел. Может реально в белый его какой-нибудь? Да, давайте его в такой. А это что у нас? О, ниндзя. Ну-ка, покажите мне моего бойца. Давайте еще что-нибудь с ним сделаем. А вот так вот как ты выглядишь? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Пап. Так, никак нельзя мне его посмотреть, а? Ну, крутой ты наш астронавт. Это вам не Dead Space. Хоп. Хоп. И теперь мы цветные. О! Оу, е. Вот видите, я не поделала, конечно. Ха-ха-ха. Такой у меня будет, да? Ладно, пофигу, давайте сделаем таким его. Все равно это мы просматриваем все, знакомимся. Так, что дальше, братан? Какие будут указания? Сохранить. На всякий случай. Наверное. Оп. Тут надписи все. Так, это что за... Тоже всякая доска. А, во-во-во, я сейчас понял. Нам же надо вот на эту кнопочку, наверное, нажать. Опля! Здрасте, я ваша тетя. Так, с чем они меня познакомят? Ну, силы, кстати. Т, чтобы покинуть кабину, кстати, нажмите кэш. Режим все оружие. Не понял. Как переключать между оружиями, а? Скажите мне. Ладно, хрен с тобой. Так. Покинуть. И что мы? Отключить все реакторы. Все равно у нас пока ничего. Слушайте, блин. Сколько можно из этих комнат перебегать? Поехали. Космонавт. Инженер. Так, это что за кабинка? О! По-моему, она поможет нам вылететь куда-нибудь, нет? Корабля.
отключить все реакторы. О! Бжжж. Свет пропал. Я вышел. Еще раз. Слушайте, а мне без этого можно отключать вот так вот? Нет. Хрен с вами. Так, я отсюда пришел, да? Ну что дальше? О, блин, еще одна дверь, бог ты мой. Чего мне. Чему вы меня хотите научить? Я уже научился переходить между дверями. Так, это что? Там оружие написано, по-моему. Армор. 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 Ну-ка, 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 ну-ка. Па-бам. Нет. Давайте нажмем на это. Нифига. Пока ничего. Ладно. А что за... Пока ничего не пойму, конечно, но... Разбор полетов интересный. Е-е-е. Убери, убери отсюда. Слушайте, с этой стороны то же самое хрень. А, давайте, знаете что? Я вот свет отключу. Мне просто интересно, что там будет. Офлайн. Как это офлайн? Да, онлайн я пока не дорос. Вот здесь вот. Здесь вот. А, 8. Такая же фигня. Нет, нам нужен свет. Космос, а, солнце, офигеть. Это круто, друзья. Так, ну-ка, меню. Может, еще что-нибудь я упустил? Давайте. Имя. Управление ускорителями. Та-та-та-та-та. Инвентарь. Бутылки, кислородный баллон, кстати. Нет, выбросить мне не надо. А он у меня на ноле. Как мне его заправить? Давайте. Ба-бам. Дробилка. Так, это мой инвентарь. Объем, масса. 30 килограмм. Ну-ка, 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 ну-ка. Куда исчезла? О. Слушайте, если он туда исчез и заправился, то это хорошо. Ну-ка смотрим. Па-бам. Исчез. Заправился. Отлично. Постигаем азы, да? Так сказать. Это что такое? Лед? Сколько он весит? Девять. Да я даже 10 тысяч килограмм, что ли, практически. И как я его на себе понесу, скажите мне, ну-ка. Так интересно. Ну, ладно. Так, братан. Летать ты пока не умеешь, да? Опа.
Нолик. Музыка, конечно, эпичная тут. Эпичная, эпическая, эпическая сила. Слушайте, тут... Да что же мне тут сделать? На-на-на-на-на. Здрасте, я ваша тетя, блин. Джи. О, это оружие, оружие. Хрен с вами. Давайте побегаем тут, посмотрим. На всякий случай, может, я не все еще тут. Так, пещера. Блин, космос. Внизу космос, вверху космос, по бокам космос. Круто. Ну что дальше-то? Что мне делать? Так, этот свет, да? Ну-ка, братан. Теперь ты ниндзя. Как-то, знаете, мне кажется, черный мы будем сливаться. Ну, выглядит он интересно, конечно, но сливаться я не очень хочу. Будем беленькими. Астронавты же они все в белых костюмах на самом деле, по-моему. Так, не могу сюда попасть. Так, нажмите Q, чтобы открыть инвентарь. Генератор кислорода. Кстати, смотрите, опа, мне надо сюда что-то поставить. Генератор кислорода. Ну что дальше-то? Хрен его знает, что я делаю. В общем, не сюда. Ладно. Па-бам. Исчезните. Дробилка, слиток урана. Ну и что? А ничего. Oxygen known написано. Known. Нету. Понял, что ничего не понял. Лед, лед. Слушайте, конечно, это трудновато, но... Блин, ну это изучение, это прикольно, вот это все изучать. Кто-то скажет, да, ну, давай какую-нибудь стрелялку, но пока я хочу от них отдохнуть. Блин, что ж ты делаешь-то, а? Так, давайте еще посмотрим, что он тут советует. Криокамера. А вот тут, по-моему, кислорода много. Оксиджен, это же кислород? Вроде. Все оружие. Отключить все реакторы. Нифига. Гироскопы, ускорители. Называется, сделай это, сделай то, не зная что. Мор, да не надо мне сайты сейчас. Ну-ка, давайте сохраним. Я сохранил, да? Вроде сохранил.
еще сохранить как есть. Не понимаю. Так, здесь мы у нас такая музыка, как будто сейчас что-то плохое будет. Слушайте, а вот эта вот кнопка что-то значит, нет? Ну-ка, там. Кнопочная панель. Доступ запрещен. Нажмите Т для использования Ханджер. Так, нифига. Здрасте, ваша тетя. Показать экран. Нет, это не то. Все не то. Все не то, все не так. Я далеко убежал, да? Так, а если... Нажмите К. Давайте еще раз попробуем. Может все на вкул сделать? Имя... Блин. Ручной тормоз. Производство. Фракции. Связь вещания. Блин, чего тут только нет, друзья. Хрень какая-то. Если я отключу все реакторы, у нас же не будет вырабатываться кислород, наверное. Или там... Что-то подобное, хотя я пока в скафандре. Па-па-па-пам. Ну что тут делать? Летать я не умею пока, или не знаю как. Слушайте, давайте действительно посмотрим. Шлем надет, шлем снят. Да, давайте я сейчас посмотрю, как он делается. Джи. Хм. Мне кажется, мне сейчас капу, да? Смотрите. Оп. О, низкий уровень здоровья. Интересно. Я чуть не покончил сам с собой, в общем. Ладно. Настройки сценария. Офигеть. Здрасте. Следующее. Посадочное шасси. Понял. Колесо. Посадочное шасси. Ты что у нас? Я че... Тут столько всякого. Покрасили ее, наверное. Посадочное шасси. Ну что ты? Малый грузовой контейнер. К. Ну. Малый грузовой контейнер. Дробилка. Ну, нам, наверное, нужна дробилка, да? 3 килограмма. Дробилка. Лед. Лед нам... Слушайте, может нам надо... отдай лед. Может нам надо... Слиток урана. Масса 50 килограмм. Лед у нас есть. Может нам все это забрать просто? В наглую, да, так? Нет, походу нифига. Нет, не дает, да?
Слушайте, и со льдом, может, тогда мне его отдать надо и забрать. Я не думаю, что. Ладно. Возьмем тебя. Малый грузовой контейнер. Как? Что это? Бабам. И что? Вот так вот. Да уж. Сесть в кабину. В кабине я уже сидел. Включить все реакторы. Вот это вот минус 30, минус 40, это температура? Я просто... Шаргинг. Тяга, батареи. Почему что-то по-русски, а что-то нифига не по-русски? Минус 120. Минус 130, 150. 160. Я думаю, тут есть какой-то будет предел. Здрасте. Так. Какой-то датчик как будто сработал. 300. Давайте уж включим нафиг. Как-то боязно мне. Блин. Давайте тогда в начале кабинета пройдем. Так, здесь. Все реакторы тут не отключат. Ну что же. Идем дальше тогда. Хотя дальше некуда уже. Скоро у меня эту игру отберут. Но, если так назвать, просто я ее не вовремя скачал. Не знал я, что такая игра вообще была и до сегодняшнего дня. Так, ну что тут? Я так и буду бегать бесконечно. Как бы оно, конечно, интересно. Можно так всю жизнь, в принципе, бегать. Так, где у меня... Сколько я времени вообще играю? Я просто... Знаю, что... Ну, нифига, уже 40 минут прошло практически. Я даже, честно, я даже не понял, что дальше делать. И не заметил, как время прошло. Опа! Ну, я думаю, это все тут поправимо. Давайте я запишу пока в одной серии, чтобы вам долго не мучиться, так же как мне. А дальше я изучу немножко ее, и если получится, то еще серию запишу, в общем. Ну все, друзья, кому понравилась эта игра, ну, конечно, я не могу сказать, что полностью я ее раскрыл, так как в нее надо играть долго, чтобы что-то узнать. В общем, ставьте лайки, для кого это что-то необычное. Вот, комментируйте. С вами был Михаил, сегодня еще постараюсь игру или парочку снять, как не знаю, со временем, выйдут они сегодня или завтра. В общем, друзья, всем пока, всем спасибо.